Агир, если мы обидели в этом мире кого-нибудь, надо же в этом же мире попросить прощения у него, чтобы на том свете не было нам трудно. В следующий раз еще зайдешь в мой гараж без моего разрешения? В следующий раз у нас с тобой еще хуже будет. Да, да, брат, ты правильно говоришь. Надо попросить прощения у тех, кого мы обидели. Да. Ассаламу алейкум, сестра. Алейкум, салам. Шамиль дома? 3-4 дня назад произошла авария. Его больше нет с нами. Извините, что побеспокоил вас.